Голодует Москва, Питер, станишники. И немцы близко. Вы что заняли Александровскую? Не дадите нам, немцы все ваши закрома подчистят. Под метелочку. Есть у меня два мешка пшеничных. Врет, мартыша, отхватливый казачонка. И полторанины берет, вправо слово. Тихо, маманя. Коньки наберется, а то разговор будет потом. Один мешок мы с маманей жертвуем в Москве. Она! Вот, Москва-то и сыта будет. В самый раз. Вот ты! Это верно. Один мешок в Москве, это все равно, что слону груша. Оп, и нет. Только вот если еще где поискать. Это где же поискать, если, а? А это мы завтра посоветуемся. Не-не-не-не. Тихо, братцы! Да ну, так и есть. Запрятано у господина атамана 500 пудов. А их где? Ага, под сарайчиком. На выгоне. Знаем. Мерси вам. Ловко. Да и сейфа меча. Вот уж, Иван, тоже пудиков 300. А ты побольше. А ты, Флегон, погромче. Приезжим товарищам тоже интересно. Ну, гляди, Перчихин, остереги. Как бы они порубали тебя, мельчей, как свинью на сало. Да уж попадешь на мушку, будь здоров. Так точно. Только убедительно прошу вас, граждане, убивайте до смерти. А то, если... Который стрельнет, да не попадет. Да я его догоню, да я его рассеку до самых ног, потому как я баклановский прием знаю. Эх! А ночуют они где, городки? Да у него уже, у хохла, Флегонта. Порубали всех. Тягай, сынок, я уж коня подкидла.
Тикай, сынок, да. Тикай. Я ли не мучилась тебя нажавши? Каково мне видеть смерть твою лютую? Уезжай! Нельзя, маманя! А Флегонт как же? Флегонт, это колокольник кончили, это он столох бил. Тикай, сынок, зараз, тикай, поздно будет. Догонят казаки. Не шумите, маманя. Со мной поедем, вам не след здесь оставаться. Седайте со мной, маманя. Догонят нас вдвоем-то, да и куда я от своего хозяйства пойду? Нечего им с меня, старухи, взять. Ну, скорее седайте, маманя. Да скачи ты, злодей проклятый, не мучай брата! Молчит. Уж я ее и поучил малость. Молчит и баста. Известно, перчихинская порода. Что кремень, хоть кол на голове чеши. Ну, по всем дорогам конные постуны. Но раз его поймаешь, чертушку этакого. Где вам поймать? Не таковский казак. Мартын Перчихин. Со старухой вот сладили. Эва, насколько вас молодцов, удальцов. Что здесь не били? Здесь не били, здесь не били. Все одно. Возвернется Мартын, учинит расчет. Помянет тогда вас поп самвона за упокой души. Ну, ведьма, где твой выродок? Осталось 16 эшелонов. К вечеру, думаю, пропустим все. Товарища Руднева, по любому телефону. Иду. Товарищ, вы здесь главный. Как я есть добровольно приписанный к советской власти, казак 16-го донского отряда платного полка Мартын Перчихин. Куда мне здесь? Thank you.
Громче! У нас держим стака! Три атаки уже отбили! Командир приказал запросить, сколько у тебя еще осталось шабана! Что? 15? Что, что? Парховенко! Парховенко! Да что? Не слышу! Руки! Коля! Здорово, ребят! Может, через калитву наши исправили? К вечеру все эшелоны пропустят! Наше дело продержаться, товарищи! И все 80 эшелонов будут доставлены в столицу! Чуть-чуть не считай. А где командир? Ускакал на правый фланг. Он на тот бугорок. Хочет пулемет забросить. Дельно. С того бугра продольный обстрел. Немцев при атаке во фланг бить. Так как туда доберешься? Смотри, Пархоменко, смотри! Верную смерть бойцов посылают, командиры! Тихо ты! Крылец, Ефремович, нельзя же так! Ворошилов сам пошел!
жил. Да вы не горячитесь, не горячитесь, товарищ. Что, совсем разбит? Поправить нельзя? А сколько у вас вагон? Сколько? 32. Ладно, сейчас пришлю. Пришлю, говорю. Машинист третьего луганского эшелона здесь? Здесь. Подойдите сюда, товарищ. Вот что. Вам придется прицепить еще эшелон патронного завода. У них паровоз взорван. Да у меня у самого 47 вагонов. 110 осей. 110 осей! На ща! Нет же другого выхода. Не оставлять же целый патронный завод немцам в лад. Заберете 80 вагонов, товарищ. Норма! Норма же технически! Боже ж ты, Боже! Семен Макарович. Семен Макарович. Сколько суток вы не спите? 5-е сутки уже. Какой тут сон. А это какие нормы? Одним словом, забирайте 80 вагонов, товарищ, и в путь. Будьте здоровы, я уже дал вам отправку. Будьте здоровы. Товарищ, вы будете главным? Что? Как я есть добровольно приписанный к советской власти, а так 16 донского команда плату полка Мартын Перчихин, прошу дать боевое назначение. Ага. Заслон! Варшавенко! Заслон! Не слышу! Кажется, верхом. Так точно. Конь здесь? Так или конь под тобой, так и бог над тобой. Какой же казах без коня? Вот отлично. Скачите к мельницам. Там наш командный пункт. Найдете товарища Ворошилова и скажете ему, что к вечеру очистим станцию. Надо, чтобы наши продержались до вечера. Понятно? Так точно. Писать ничего не буду. Лично передадите. Так точно. Алло, три креста. Ворошилова? Да. Не достанешь ты теперь его. Вон он на том бугре. А ты что, со станции, что ли? Лично приказ за товарища Ворошилову. Сумасшедший факт. Ложись. Товарищ! Слышка! Ты будешь, товарищ Ворошилов? Я? А ты откуда? Со станции. Главный начальник приказал, чтобы вы держались здесь до вечера. К вечеру станцию очистят. Ну, раз главный начальник приказал, значит, будем держаться. А? И драться будем. Ты с пулеметом знаком? На германском 3 года, приятели, битта-дритта. Битта-дритта. Вот мы им сейчас битта-дритта за твои 3 года сердцу всыпем. Ага. Ложись на подачу. Идут. Thank you.
Теперь до вечера не сунутся. Фамилия твоя как? Казах 16 судовского тамана платного полка Мартын Перчихин добровольно приписан к советской власти. Ну вот и я тоже добровольно. Так вот, Мартын Перчихин, да. Скачи в цепь, скажи, что я приказал прислать двух пулеметчиков и лентой. Найдешь Пархоменко, ага. Самый длинный из всех. Ага, ага. А вы что будете? А, командар. Слушаюсь. Вот честное. Почему не пускают состав на станцию? Кто их знает, начальство больно много развелось. Наводят тень на ясный день, запакостили станцию, вот теперь 40 глаз убирают. И тут говорят, главного какого-то комиссара. Не любите комиссаров? Я говорю, не любите комиссаров? Чего их не любить? А только если правду говорить, не видели мы стоящих. Это каких же? Каких? А таких, чтобы по-ленинскому по правде народ вели. Вы большевик? Я-то нет. А сын у меня в большевиках. На Колчака подался. Дырка! Нет того! Ты куда лезешь? Разуй глаза-то! Это московский состав на Царицын. На пятак не доехали всего. А тебе куда? Она обратно в Сызрань. Обратно в Сызрань. Дырка! Не отставай! Пойда к вокзалу! И много их здесь? Все составы забиты. И давят их без счета, а все прут, что саранча. Значит, есть расчет. А как же? Торговля здесь свободная. Он в Сызрань за эти три мешка 7 шкур сдерет, не поморщится. И спирьку не обидит, отвалит ему на бутылку водки. Ну, дорогой товарищ городничий, вы пригласили нас сюда, чтобы сообщить про неприятные известия. К вам едет ревизор. Вы не совсем точно цитируете. У Гоголя сказано... К нам едет ревизор. Голуба моя, мы здесь ни при чем. В его мандате сказано только о чрезвычайных полномочиях по продовольствию. В военные дела он вмешиваться не станет. Ну, как у вас? Скоро? Сию минуту. Золото. Или, говорю, у нас с вами другой разговор пойдет. А он что? А он на меня как зыркнет. Нет, говорит, у меня никакого золота. Хоть в петлю вешайте, нет. Ишь ты, сутенцин, врет он. Жалко с награбленным расстаться. А ты что, Кать? Ну, я ничего, повернулась к Ване, да и говорю спокойненько. Бери, Ваня, веревку, вяжи петлю. Беру, значит, это вижу. Стою я, смотрю, как ребята с веревкой орудуют. Виду не показываю, а у самой сердце так и ёкает. Купец-то молчит. Только глаза не на нас, как волк, поблескивает. Ну, думаю, нашла коса на камень. Мигнула я ребятам и повернулась к нему. Вот, говорю, гражданин Губин, раз вы сами себе петлю выбрали, полезайте. А он что? А он как увидел, что ребята к нему подошли, уцепился руками за стул. Все, кричит, граждане, отдам. Ничего не утаю, только не губите. И отдал. Все до копеечки. На 10 тысяч одних только золотых монет. Вот это да! Ай да, Катя!
Ну, прямо гроза буржуазии. Поприжать бы их как следует, а то уж очень вольготно им тут живет. Ничего, вот приедет народный комиссар, он их прижмет. Катя, а если б не он, то не штука весили бы, а? Ну, по этой шурка. Ну что, мы анархисты, что ли? Нам его только пугнуть надо. Так значит, поверил купец, испугался. А чего же не поверить? Ведь они нас, большевиков, за зверей считают. Не найдется ли спичек, товарищ? Спичек нет. А вот зажигалочку могу предоставить. Да чего-чего, а зажигалок у вас, орудийщиков, хватает. Можно сказать, основное производство. А вы с каких предприятий, товарищ? Мы-то с орудийных заводов, бывших Дюмой и Викерса. А вот Катя Давыдова на грузолесе верховой. И швед, и жнец, и на дуде и греб. И к тому же гроза буржуазии. Точно. А вы сами-то откуда будете, товарищи? Приезжие, что ли? Да, приезжие. А вы как, по кооперации или по военной части? А может, насчет полиции? Да как сказать? Пожалуй, по кооперации. Ну, немножко насчет политики. Выходит тоже и швед, и жнец. Даже немножко и на дуде и греб. Вилька! Нет, сама! Убрать ко всем чертям! Выставить охрану! Ведь сказано было, что сегодня не одно... Это кто же? Рындин, председатель совдепа. Ишь, разиндюшился. Народному комиссару очки втереть хочет? Ну да не пройдет это. Все ему расскажу. А если народный комиссар не поверит? Ну, это вы бросьте, товарищ. Ежели он народный, так поверит. Да, ну, конечно. Добро пожаловать, товарищ Сталин. Товарищ Насович. Очень приятно. Устали с дороги? Помещение уже приготовлено. Особняк купца Губина. Губина? А сколько там комнат? 12. О, этого мало. Но мы думали, товарищ Сталин, что для вас... Для меня не надо. Я останусь у себя в вагоне. А ведь вам заранее было известно, что со мной едет... Батальон московских рабочих добровольцев. А ведь их 400 человек. Пожалуйста, расходитесь. Всех устроим, товарищ Сталин. Я хотел бы сделать вам общий подробный доклад о состоянии всех дел. И чем скорее, тем лучше. Вот это верно. Чем скорее, тем лучше. Когда можно будет назначить? Да можно и сейчас назначить. Милости прошу ко мне, в вагон, товарищ. Пожалуйста. Направ! Это и твой! Нарре! Минь! Шагом! Марш! Пусть!
А документов при нем нет. Возьми. За хороший выстрел. Есть. Пархоменко, попробуй наладить связь и вызови ремонтный поезд. Хорошо. Да я его и так знаю. Гундерской станицы, Харунжи, Ерофеев. Да уж как не знать. Где вы здесь одним миром мазаны? Гляди, как твои землячки потрудились. А ты шутковать со мной брось. А то... Что а то? А то один пошутковал, 3 дня водой отливали. Землячки, да ты знаешь, подлая душа твоя, что эти землячки с моей матерью сделали? Пусти коня, товарищ командир. Ты куда? Разреши ремонтную вызвать. Скорее будет. Езжай. Товарищ командир, проследите бы за ним, не мешал. Не беспокойся. Через полчаса ремонтники будут здесь. А вот тебе за собой последить не мешает. Ты должен... Извиняюсь, опять ошибка вышла. Опять провода гудут? Да не, я не туда и включился. Разговор есть, только топеляки, кадет промеж себя гуторят. Вот я их сейчас матерком пугну. Я тебя пугну. Слушай, что они там говорят. Ну? Штаба Мамонтова насчет новой мобилизации казаков. Ну там с нами Бог и крестные силы, все такое. А в Царицын... Будто бы новый большевистский комиссар назначен. Из Москвы. Кто-кто? Комиссар. Сталин по фамилии. Сталин уже в Царицыне. Ох, и голос, я тебе скажу, у них невеселый. Прямо скажу, скучный голос. Нашим противника усиливается. По окончании мобилизации Краснов и Мамонтов в ближайшие дни всеми силами ударят на Царицын. Стратегически наше положение крайне невыгодно. Как видите, оборонительный район Царицына представляет собой некий продолговатый выступ, который легко может быть взят в клещи противником. И тогда мы окажемся отрезанными от Москвы, от наших армий, от снабжения и даже без возможности отступления куда-либо. Так, и что же вы предлагаете? Я считаю необходимым заблаговременно начать эвакуацию. Наших сил явно недостаточно. А армия Ворошилова, которая идет к Царицыну? Идет? Это еще не значит придет. Вам известно, в каких условиях приходится пробиваться армии Ворошилова. И даже если это удастся, то учитывать эту растрепанную, полуразложившуюся толпу людей за серьезную воинскую силу безумно. Она скорее внесет заразу и разложение в осужденный воду. Не совсем логично. Если этой толпе удастся опрокинуть сопротивление всех казачьих сил, значит, она сама представляет собой солидную военную силу. А боевая обстановка не разлагается, а укрепляет ее. Ну, простите, мы вас впереди. Юркунчик. Если, говоря, вы предлагаете отказаться от обороны Царицына. Так мы вас поняли. Если вы предпочитаете так резко ставить вопрос... Предпочитаю ставить вопрос честно. Если данный отдельный пункт бессмысленно и невыгодно защищать, так надо отступить.
тем самым сохраняя свою живую силу и выравнивая линию фронта. Это азбука стратегии. Буржуазный. Буржуазный? До сих пор мы думали, что стратегия — это наука. Одна для всех времен и народов. Не совсем так. Эпоха величайшей революционной борьбы выдвинула и свою новую стратегию. Стратегию революционную. А что говорит ваша так называемая научная стратегия? Царицын — это всего только некий продолговатый выступ. Всего только данный отдельный пункт на военной карте. И к тому же крайне неудобный для обороны. А разве это не так? Да. Так. И в то же время не совсем так. Не скрою, товарищи. Действительно неудобный. Это верно. Больше скажу. Оборона Царицына — задача труднейшая. И будет стоить нам больших жертв. Чтобы победить, надо драться. Надо пролить кровь. Но что говорит нам стратегия революционная? Как вы думаете, товарищи, почему это белоказаки так суетятся вокруг Царицына? Что им могло понравиться здесь? Может быть, они захотели просто так в Волге покупаться? Конечно, нет. Конечно, нет. Царицын в руках дел. Это слияние юго-восточного и юго-западного фронтов. Уральских и донских казаков одно единое плотное кольцо против Советов. Это смерть Москве. Без хлеба, без рыбы, без мяса, без угля и без нефти. Это гибель советской власти. Понятно, дорогие товарищи, почему Царицын спать не дает белым Наполеонам. Царицын — ключ к победе. Вот что нам говорит наша стратегия революционная. Значит, Царицын надо, необходимо отстоять. Правда, наших сил здесь недостаточно. Но с помощью закаленной бояр, проверенной большевистской армии Ворошилова, мы эту задачу выполним. Должны выполнить. Скажите, почему до сих пор ничего не сделано для создания линии обороны на подступах к городу? Нет рабочих рук. Сооружений заводов не возьмешь. Рабочие лесозаводов и грузчики — это наш резерв. Они заняты военным обучением, а других нет. А трудовая повинность населения? Ну и царица не Москва и не Петербург. Здесь буржуазии кот наплакал. Здорово он наплакал, твой кот. Я тебе добрый полк из буржуев наберу. Опять глупости. Глупости? Да я здесь каждого буржуя в лицо знаю. Сколько портов у кого в комоде, и то знаю. Стирала белье, полы уж скольких мыла. Значит, полк наберет. Армия целая. Отлично. Вот вы и будете у нас командармом. Товарищ Ильич, поручим Кате Давыдовой организацию трудовой повинности по рытью окопов и укреплению их на границах города. Хорошо. Кстати, как вы оцениваете рабочий полк Грузолеса? Формирование-то еще молодое. Но можно надеяться, что полк будет боеспособным. Командир у них боевой. Прошел хорошую школу в подполье. Он старый революционер и пользуется влиянием у рабочих. Был секретарем профсоюза. А как его фамилия? Молдавский. Ты лучше скажи, из каких рабочих он полк формирует? Ты, Катя Давыдова, не любишь его. Ревнуешь к его авторитету. А ты по себе не мерь. Аршин короток. А кадровых рабочих у него меньше десятка, говорят. Мало ли что говорят. Мои грузовецкие всегда рады бы быть. Массами надо руководить. Совершенно верно, товарищ Линдин.
Только иногда не мешает знать, как им нравится твое руководство. Разрешите отправить, старший майор? Да, пожалуйста. Вот это повестка парт-конференции. Посмотрите. Повестка парт-конференции. О международном положении, о военной опасности, о хлебной монополии, о массовой политической работе, о транспорте, о борьбе с контрреволюцией и так далее. Да. Очень хорошо. Только, я думаю, надо бы немного попроще. Давайте поставим один вопрос. О работе партийной организации. О работе партийной организации. Завтра и созовите. Прекрасно. Так я сейчас же и побегу. Хорошо. Так что же, товарищ Сталин? Что же это будет-то? Я думаю... Будут окопы. Ну, желаю успехов. Спасибо. Катерина Ивановна, скажите, почему вы ходите в брюках? Зачем штаны надела? Да. Проходить сквозь всякие двери легче. И на собраниях лучше слушают. Доверие к штанам больше. А что, разве не хорошо? Нет, почему же? Очень хорошо. Если вам штаны помогают, носите штаны. Не возражаю. Да, это интересно. Действуйте смелее. Thank you.
Да. Сапожники. Ну что, товарищ Ленин, добились Москвы? Есть, товарищ Сталин. Пошли за товарищем Лениным. Хорошо. По аппарату, товарищ Ленин. Ага. Здравствуйте, Владимир Ильич. 6-го прибыл в Царицын. Несмотря на неразбериху во всех сферах хозяйственной жизни, все же возможно навести порядок. В Царицыне, Астрахани и Саратове монополия и твердые цены отменены советом. Идет вакханалия и спекуляция. Добился введения карточной системы и твердых цен в Царицыне. Через неделю объявим хлебную неделю и пустим на Москву сразу около 1 000 000 пудов со специальными сопровождающими. Сведениям батальский взят немцами. Дело осложняется тем, что штаб Северокавказского округа военспекции сапожники. Что-то. Военспекции сапожники. Оказываются совершенно неприспособленными к условиям борьбы с контрреволюцией. Смотреть на это равнодушно, считаю себя не вправе. Я принимаю ряд мер и буду принимать. Вот то смещение будущих дела чинов и командиров, несмотря на формальные затруднения, которые при необходимости буду давать. При этом понятно, что я беру на себя всю ответственность перед всеми высшими учреждениями. Сейчас же предложу всем организациям беспрекословно, немедленно исполнять все ваши приказы и распоряжения, Ленин. Я оправдаю доверие, дорогой учитель. Что при нем нашли? Только это.
Ждать. Больше ничего. А документов никаких. Ждать, я сказал. Вы забываете, генерал, что Майлз Гендон имел право сидеть даже в присутствии короля Англии. Марш. Вы тоже. Свободны. Здравствуйте. Очень рад познакомиться с вами. Молдавская. Очень приятно. Много слышал про вашу энергию, храбрость, военные таланты. От кого? От разных лиц. В Москве и здесь, в Царицыне. Я отдаю должное и вашей смелости, господин Молдавский. Зная характер и нравы моих казаков, я приятно изумлен возможностью нашей с вами беседы. Вы сильно рисковали. Мы все рискуем. Да. И вы тоже, генерал. Прошу вас. Спасибо. Но большая игра стоит свеч. Да-да. Вы простите, я не хотел обидеть вас этим. Ничего. Я не принял это за намек. Хотя мои свечные заводы тоже стоят того, чтобы за них подраться. Разрешите приступить к делу. Прошу вас. Есть срочная директива центра. Да. Необходимо во что бы то ни стало задержать ворошиловскую армию, не дать ему прорваться с эшелонами в Царицын. Вот эта задача, генерал, поручается вам. Я прекрасно понимаю всю важность этой операции. Но сейчас у меня нет еще достаточно сил. Мы это знали. И предлагаем выход. Мост через Дон. Этому корыту. Куда нам дальше деваться? Бросить все и тешу на царицы! А ведь был же приказ идти к царице! Какие могут быть разговоры? Приказ надо выполнять! Вот и весь сказ о приказе! Еще вопрос! Идти ли к царицыну? Слух прошел, уже сдали его беляков. Забили в мышеловку. Продали нас, братцы, продали. Продали? Это кого продали? Тебя продали? Да кто тебя, сволочь, такую купит? Щербатый пятак не дадут, базарный день. Продали, а? Кто же? Товар нашелся! Шкура мародерская! Это что же, братцы? Матроса позорить! Я сын революции! Суркин-песин! Товарищ Печигин, воздержись!
пули жалко. Это верно. Вот это орудие. Еще 27 пушек, которые мы везем с собой, завтра будут громить нас. И все запасы военного снаряжения обрушатся на нашу же голову. Согласны? Кто за это? Поднимай руку! Расчета нет! Интересное дело! Отдай жену дяде! Не согласны? И я не согласен. А так будет, если делаем так, как кричат паникеры и шептуны. И провокаторы. И провокаторы. Так будет, если бросим эшелоны и пехом двинемся к Царицыну. Да и дойдем ли пешочком, это еще вопрос. А вот что не вопрос, а факт, когда погибнут 10 тысяч наших беженцев. Стариков, женщин, детей. И все запасы военного снаряжения, которые мы здесь оставим, обратятся против нас. Ясно? А этого я, как командир армии и большевик, допустить не могу. Ну так что же делать-то будем, командир? Моста ведь ниткой звать. Значит, и... Значит, надо сохранить оружие и соединить наши силы с Царицынским гарнизоном. Надо помнить, что мы не только тактически отступаем к Царицыну. Наша задача — усилить гарнизон Царицына. В создавшейся военной обстановке Царицын — это важнейший стратегический пункт для всей советской власти. Слухи о сдаче Царицына — вредная брехня. Не может большевистская партия! Не может товарищ Ленин! Не могут они допустить сдачи Царицына! И потому мы пойдем в заданном направлении на Царицын и пойдем на колесах! А мост? Ну что мост? Мост починим. Вот наш инженер уже все расчеты приготовил. Там насчет фундамента и прочее. Да. Верно, Бахвалов? Да, ну... Ну вот видите, ну время дорого, пошли к мосту. Вот, и все ясно, понятно. А ты... Товарищ командир сказал то самое, что и я. Только слова другие. Сколько? Высота здесь от уровня воды 24 метра. Да нет, я не о том. Я спрашиваю, сколько ты думаешь провозиться? Ну, если бы ты меня спросил до революции, то, честно говоря, полгода. Что? Но, принимая во внимание обстановку, недели в 4 построим, пожалуй. Надо построить. Не хвастаешь? Нет. А по-большевистски недельки в 2? Да нет, это же не серьезно. Серьезно. И вообще 24 метра для деревянных сооружений высота почти невозможная. Ну вот, невозможно, а еще инженер... Да ведь материал-то, ну скажем, деревянный брус. Ведь он же имеет свой предел сопротивления. Нет, материал точно так же должен подчиняться революции. Тут ты меня не переубедишь. Thank you.
командующего армией товарища Ворошилова! Есть, Ворошилов! Прибыл из Царицына от товарища Сталина! Ваше личное распоряжение! Ты куда? Родился Мартын Кочичин. Это мой дом. Ничего, Мартын, отыграемся. Все запомни. И когда встретим врага, бей его в самое сердце. Рад бы отыграться. Да не масти, не козырей. Пропал мой милый дружок, Исаул Иван Трофимович, как в воду канул. Есть случай отыграться, малость, Мартын. Выполнишь, будет лихо всем Исаулам. Что делать-то, говори, товарищ командир. Дело трудное. Не знаю, сможешь ли. А войск как-нибудь убрать? Да. Держалась авоська за небоську, дроби в ямы упали. Тут соображать надо. Пакет надо срочно доставить в Царицын. Передать лично товарищу Сталину. Дело нелегкое. Мамонтов все дороги перерезал. Надо пробиваться. Проскочить.
А тебе здешние места знакомы. Где суслики хори бегают, все знаешь. Переправишься на тот берег, передашь эту записку водителю броневика, утру будете в Тарицыне. В случае чего, сам понимаешь, пакет надо... Уничтожить! Понятно, товарищ командир. Разрешите доложить, товарищ командир. Главный комиссар, товарищ Сталин, прислал ту боевую машину в ваше личное распоряжение. Подарок ценный, и вам она тут нужнее. А я этот пакет и так доставлю, как приказано, товарищу Сталину в собственные руки. Значит, с первоначалу, товарищ народный комиссар, мы под той фермой дом забутили. Ну, да. Подняли, значит, подняли. Там какие построечки вокруг были, там деревянные, каменные, мы их туда, ну, не без этого уж. Он, значит, это сам. Эх, засуетился Мамонтов генерал, потому как мост ему это прям, знаете ли, как горчичник к причинному месту. Ладно, братцы, говорит. За веру царя отечества и по полбутылки водки. Рык! Да, и пошли. Ох, пошли. Прямо, понимаете, потемнела степь от края до края. Навалом пошли казаки. Вот уж близко скачут станишники. Уж уздечки поблескивают на солнце. Эх, рубануть бы! Вот тише. Вот, значит, идут. Выдержал дистанцию наш командарм Климент Ефремович. Да как? Гаркнет, прям как гром с ясного неба. Огонь! Тут, товарищ, наша птичка-невеличка, как изо всех своих пушечков, как жахнет! Бог извиняет. Бог извиняет, товарищ. Извиняет. Одним словом, ну, короче говоря, пошел генерал за шерстью, а вернулся стриженный. Так точно, обстриженный. А, товарищ Волков, путейский комиссар. Рекомендую. Ругал комиссара? Так я его самого комиссаром поставил. Пусть на своей шкуре попробует лямку наш. И выходит, теперь сам себя ругать будет. Да-да. Ну, как дела? 5 маршрутов на Москву за сегодня отправил. Один заканчиваю. Есть у меня еще 3 вагона муки в резерве. Ну и очень хорошо. Хорошо, да не очень. С этими 3 вагонами меня и заело. А что такое? Отобрать, конечно, отобрали. По закону о хлебной монополии, параграф 3. А ежели по совести, так их отдать бы нужно обратно. Вот тут и вертись. И выходит, что у меня конфликт с совестью и с трудовым крестьянством. Ага. Так давайте их сюда. Как-нибудь разберемся. Кого их? Да вот их, трудовое, крестьян. Вы ведь их привели сюда и за дверью спрятали. Спрятал? Ну? Спрятал. Ну вот. Вот хитрый старик. Вот товарищ Сталин, главный комиссар. Так да не я вот. Здравствуйте, товарищ. Садитесь, рассказывайте.
Ну вот и ладно. Ежели ты главный комиссар, так ты и должен все по правде рассудить. А не как другие. Понасажали их на нашу голову. Ну, помолчи, ну, Митяй. Мы, значит, Дубковские будем. Из села Малые Дубки, Тверской губернии, Раменской волости и уезда. И, как сказать, вроде как делегаты. Но это только одно название, что Малые Дубки. А в селе у нас по более 3000 душ наберется. С хаком! Помолчи, Митяй. С хаком куда более. Был у нас летось большой суховей. И ударил голод. Ну, созвали мужики сход и порешили миром собрать последние. Ну и деньжишки какие были. И вот послали нас в хлебные места. На Кубани! Да. Помолчи, Митяй! Поменяли мы по здешним местам 3 вагона пшеничных и в обратный путь. А вот тут, в Царицыне, и попадись нам этот комиссар вокзал. Как пёс сопной за глотку! Да помолчи, Митяй, да казать, я с тобой прав. Митяй! Какой вы ебу! Ну вот видишь, это Митяй кошки. Гляди-кась, бог росточком не обидел, а вот разумом обошел малость. Так мы его так для числа прихватили. Как так для числа, а? Ну, для порядку. Видишь ли, друг любезный, нам сказывали знающие люди, что ежели кто один за хлебом едет, то выходит, что он мешочник или спекулянт. Ежели двое, ни то, ни сё. А ежели три, то делегаты. А тот злый день! А тот вокзальный комиссар и заарестуй наши 3 вагона. Подчистуй. А ведь хлеб-то артельный. Во-во-во-во. Вот тот и оно, что артельный. Стало быть, мирской. И потому просим мы вас, товарищ главный комиссар, отменить ту вредную резолюцию. И возвернуть нам хлеб, как есть мы не спекулянты, и кулаки какие, а делегаты. И числом нас 3, как полагается, при документах. Да. И все-таки, товарищи, хлеб надо сдать. Это как же так? Товарищ Волков, путейский комиссар, поступил правильно. Хлебной монополии нарушать никак нельзя. А за хлеб вы получите по закупочным ценам все, что полагаете. Не губи. Отдай хлеб, Бога ради. Стыдно, товарищ. Стыдно. Никуда не годится. Оно, конечно, не годится. Да ведь хлеб-то покалечат нас сельчане, ежели пустые ворочаются. Эх, люди, голод ведь поднимать надо. А смерти были? А как же, Федотов стал в околице, да не пей пива, да кудлатов, да это, чего говорит. Плохо наше дело. Далек Ленин-то, мужицкий заступник. Читайте. Из Москвы, Царицын. Хлеба в Москве, в Петербурге нет совсем. Вчера и сегодня. Не выдавали, ничего прекратили. И восьмушку ради Бога. Шлите хлеб,
ради бога, слите хлеб. Больше, как от вас, ждать ниоткуда, Ленин. Ленин? Ленин хлеба просит. Да, товарищи. Вот вы для малых дубков хлопочете. А ведь Ленин тоже хлеба просит. Для голодной Москвы, для Питера. Для всей России. Как же быть? Ленин. Все точно, как есть. А ну пошли, мужики. А еще вас попрошу, товарищ Сталин, выдать нам бумагу казенную, что так, мол, и так, отправлены ты и три вагона до Ленина для всея России. Чтоб не подумало общество, что пропись пшеницы телега. На том прощение просим. Товарищ Волков, вот что, товарищ Волков, вы отдайте им один вагон и не забудьте вручить им охранную грамоту, чтобы довезли как следует. Слушаю. А два других прицепите к московскому маршруту. Слушаю, товарищ Сталин. Вот видите, товарищ Кирчик, сам я установил монополию, сам же ее и нарушил. Вика! Не отставай! Все, Маркел Федотеевич, шабаш! Вот оно. Ну, с Богом. Вера помолвлена. На втором перекате, если ветер скиснет, будешь ждать катер. Ну, а в Саратове сам знаешь. Фонарь-то потуши! Ах-то, товарищ Волков, вокзальный комиссар, накося, выкуси. Как говорят у нас на Волге, обштопали тебя к чертовой матери на легком катере при попутном ветре. Ну, Спилька, старательный ты, зато и покажу я тебе такое, что ахнешь. На всю жизнь. Я рыбы, капусты и безбыты.
Спилька! Да Спилька же! Оглох, что ли? Говорила дело, что лопать будет. Ну, все, все. Совсем обалдел, парень. Дай нам, братец-то мой. Да, и корки зернистые. Да стерлядку кольчиком. Не хочу стерлядки, Маркел Федосеевич. Хочу мясного. Чего посытнее бы? Колбасы жареной. Колбасы жареной? Эх ты, лапоть. Будешь трескать, что заказано. А на сладкое нам крем-брюле. Чего? Крем-брюле. Зачем вы назначили встречу в этом заведении? Почему не у себя на квартире? Во-первых, потому что здесь сегодня довольно занятная программа. Не правда ли, полковник? А во-вторых, моим скромным обиталищем в последнее время усиленно интересуются джентльмены из ЧК. Ну уж это ты, ваше происходительство, того. Перетрусил. К тому же нам право не мешает развлечься. Нельзя так много работать, совсем не отдыхает. Да, конечно. Только что-то я не вижу большой пользы от нашей работы. Все застыло на одном месте. И даже наоборот. Дела идут все хуже и хуже, и конца этого не видно. Терпение, мой друг. Терпение. Не понимаю я одного. Как ему удалось перевернуть здесь все? Каких-нибудь несколько дней. Да. Знаете, батенька, я все чаще думаю, что если бы наши царские министры были бы хоть немного похожи на этого наркома, большевикам пришлось бы плохо. А пока что плохо приходится нам. И, к сожалению, не похож на царских министров. Однако молдавский заставляет себя ждать. Не выношу я этого господина. Прохвост, который... Давно ждете? Товарищ. Ну, я надеюсь, что вы не очень скучали, правда, здесь... Не Донон и не аквариум, но в наше время вот познакомьтесь. Адъютант и уполномоченный его высокопревосходительства генерала Мамонтова Есаул. А мы только что говорили о вас. Да, да, и восторгались вашей храбростью. Благодарю вас. Ой, злая, а? Пей шампань. А? Казаки все как один встали на защиту родного Дона. Ах, я говорю, военный, манер один казненный, манер один казненный, мне нравится, люблю! Я не костяный, а как я люблю, а я люблю, а я люблю.
Пьяная скотина. Ну, это вы зря. Даже в некотором роде союзник. Так что спасибо скажите, что целоваться не лезет. Так называемая широкая натура. А ну, пей до дна. Оставьте меня в покое. Чего морду воротишь? Брезгуешь цеплять ешей? Полетел, Федор Алексеевич. Беда. И до второго переката не доехал. Настиг сторожевой катер. Все мешки запечатали. И про вас, товарищ Волков, путейский комиссар, допытывались, где, мол, ваш хозяин любезный. Фонарь зажег, ворона! Вы с дамой? С дамой. Все как полагается. Да, но... Извините, но у нас сегодня ни одного свободного столика. Ничего, они сейчас освободят. Вряд ли. Может быть, часа в два, а ведь мы закрываемся в три. На этот раз вы закроете сейчас. И насовсем. Вот. Главное спокойствие. Без паники. Выходить по одному. Там побеседуем. Идемте же, идемте! Ведь это же глупо, так опасно. Именно так вы и попадетесь. Неужели вы думаете, что они не отцепили весь дом? Ну, поймите! Довольно, истерик! Учитесь работать по-настоящему. Не ожидал встретить вас здесь. Но я надеюсь, что мы не нарушим ваших правил, если уйдем, не дождавшись конца этой церемонии. Собираете свой полк, товарищ Давыдов? Армию. Что ж, пожалуй, здесь пополнение будет солидное. Подчиняются материалы революции? Так ведь скрипит же, но прямо смотреть. Скрипит, а подчиняется.